2017 году Twitter впервые вышла в финансовый плюс, получив 91 миллион долларов прибыли. Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge по ошибке получил во Вьетнаме Android 8 раньше, чем Galaxy S8. Microsoft планирует превратить прогрессивное веб-приложение в легковесные, но полноценные программы Windows. Обновленный защищенный ноутбук Panasonic ToughBook 20 способен работать до 17 часов на одном заряде. Google планирует запустить сервис для стриминга игр под названием Yeti, который должен стать аналогом Netflix для геймеров. Стараниями анонимного пользователя на сайт GitHub ушла часть исходного кода операционной системы iOS. Видеокарта GT 1030 получила поддержку G-Sync, но неизвестно, по ошибке или намеренно. Компания Восток Games анонсировала Fear the Wolves, шутер в жанре Battle Royale в сеттинге, напоминающем Сталкера. Версия браузера Opera под номером 51 оказалась на 38% быстрее, чем Firefox Quantum. И, наконец, хакеры создали ботнет из 7000 Android-устройств, чтобы майнить криптовалюту Monero.